Горску живу с 1961 года. По 1957 познакомилась. Приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили и в забой направили. Thank you.
вернулся. Нехай яе послухаюць медзельчане і госці, і мне будзе прыемна, калі яны 10 чэрвеня завітаюць на маю творчую вечарыну.
возвратились домой из походов солдат.